Здравствуйте, мои необыкновенные, здравствуйте, мои звездочки, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. И сегодня, мои любимые, мы с вами посмотрим информацию, очень интересную тему, которая пришла с потока. Сколько всего про него? Он резко ворвется в твою жизнь и внезапно изменит все между вами. Будет очень круто, будет очень интересно, поэтому важно досмотреть до конца это освещение, потому что где, да, какая информация будет идти, никому не известно. Будем смотреть все с потока. И, конечно же, для того, чтобы информация шла у вас, у вашей паре, не забывайте прописать имена вашей пары в комментариях. Возьмите какую-то вещь, которая вам напоминает о вашем любимом мужчине, знаете, как прикоснитесь к ней, вы можете ментально представить его перед собой, вот на ушечко ему что-то прошептать, да, для того, чтобы Вселенная, да, считала конкретную информацию о вас, и вы слушали тоже, собственно, о вас, а не о ком-то другом. Поэтому не забывайте, да, указать имена вашей пары в комментариях. Конечно же, благодарю вас за сердечки, за лайки, за обратную связь. Ой, еще пока я еще в поток не улетела, девчонки, давайте сразу же скажу очень важную новость, просто мега важную новость. В Ютубе идут огромные сбои, и дальше будет хуже. Для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы быть со мной на связи 24/7, для того, чтобы ежедневно получать, видеть освещение, просматривать, срочно переходите и подписывайтесь в мой телеграм-канал. Прямо сейчас ставьте на паузу, переходите в первый комментарий, там кликабельная ссылочка, и подписывайтесь. Телеграм-канал там ежедневно. И послание мужчины, кстати, вас там уже ждет. И очень много крутой информации по астрологии, астропсихологии, космоэнергетике. Естественно, да, я там отправляю информацию о новых освещениях. Поэтому, конечно же, жду вас там, мои любимые. А сегодня, кстати, мы будем начинать с практики очищения мужчины, девочки. Да? Так сказала Вселенная. Я знаю, что вы любите, просите, благодарите меня за мои авторские практики, да, они мощнейшие, да, они рабочие, да, они сильнейшие. Те, кто со мной уже на протяжении, да, длительного времени, я уже провела, кстати, более 10 тысяч личных консультаций за заказом личных освещений, либо же практик очищения, пишите мне в личку, Instagram, Facebook, TikTok, сразу могу сказать вам, жду вас там. И, конечно же, да, ссылочки на эти каналы также находятся в первом комментарии. Сразу скажу для новеньких, для гостей моего канала, я не занимаюсь магией, я не занимаюсь ритуалами, поэтому не переживайте, никаких отлетов, залетов, прилетов нет и не будет. Я работаю с 5 энергиями: земля, огонь, вода, космос и, конечно же, воздух. Поэтому, ой, у меня на улице просто гроза-гроза сейчас будет, отлично, это будет мега крутое очищение мужчины. Так, для того, чтобы очищение сработало конкретно на вашего мужчину, что важно сделать? Прописать его имя в комментариях каждый раз, когда я буду говорить имя. Ну и, конечно же, не забывайте о обратной связи, о сердечечках, о подарочках, о стикерах, потому что это для вас все вы делаете. На самом деле, это обратная связь со Вселенной. Потому как закон Вселенной взаимодействия, да, и для того, чтобы практика сработала, не забывайте давать обратную связь. Ну что же, начинаем, взлетаем, мои любимые. Практика очищения вашего любимого человека. Все, конечно, делаю во благо, все с безусловной любовью для вас здесь и сейчас. Когда я буду говорить имя, прописывайте имя. Так, что-то трещит. Что такое? Что такое, девочки? Злится, трещит какой-то у вас товарищ такой, вот можно даже сказать, неуравновешенный, либо же энергетически, либо же эмоционально. Такой вот прям злой и страшный серый волк. Но it's okay. Как раз эта практика очищения его пространства ему поможет прийти в баланс, девочки. Может быть, вы поссорились, может быть, вы не общаетесь, может быть, он вообще сейчас какой-то такой вот, как тусенок, злючка. Ничего, все будет хорошо. Не зря вас сюда привела Вселенная, однозначно могу сказать. Пишите имя. Чуть-чуть.
конечно же, сердечечко ему поставьте в комментариях. Ставьте лайк, кстати, этому видео для того, чтобы еще большее количество людей смогли просмотреть и чтобы у них жизнь наладилась. Вам не сложно пальчиком нажать, а для людей это действительно будет спасение, это будет помощь, потому как так устроены социальные сети. Если больше лайков, то больше человек, да, сможет увидеть это видео. И, естественно, вы поможете не только себе, но и другим. А закон Вселенной — взаимодействие. Представляете, какую крутую миссию вы сейчас исполняете? Вы и свою жизнь наладите, людям поможете, а потом Вселенная вам еще в 1000 раз больше вернет самого светлого, самого ясного. Имя. Когда я говорю имя, важно прописывать имя вашего любимого в комментариях. Если вы не хотите имя указывать, вы можете знак зодиака указать, либо же цвет глаз. Имя. Вы это делаете для себя, прописывая, для того, чтобы практика работала конкретно на вашего человека, потому что вас у меня миллионы, и понятно, что да, это практика общая, и для того, чтобы ее активировать на вашего человека, важно давать обратную связь. Имя. Обратите внимание на нашу шикарнейшую студию. Я очень стараюсь для вас каждый раз что-то новенькое. И декорации, и карты. Все приобретаю на вашу финансовую поддержку. Что такое? Мужчина прямо совсем сегодня не в духе, девочки. Прям не в духе. Ну, отлично, что мы делаем эту практику. Отлично. Поэтому благодарю вас за вашу финансовую поддержку. Кто хочет меня поблагодарить, я всегда говорю, да, что закон Вселенной — взаимодействия. Просматривая эту практику, нужно благодарить, потому что Вселенная в любом случае возьмет свое. У кого-то болезнями, у кого-то недосыпанием, у кого-то потерей. Для того, чтобы этого не случилось, девочки, в первом комментарии есть ссылочка. Переходите и благодарите, поддерживайте. Да, мои каналы в развитии, вы видите, как я стараюсь для вас, конечно же, я занимаюсь благотворительностью, помогаю людям, животным, птицам, и, естественно, все идет только во благо, не забывайте благодарить, потому что просто посидеть, посмотреть, не лайкнуть, не написать комментарий, значит, практика не сработает, поэтому не удивляйтесь потом, что ничего не изменилось, важен взаимообмен, так говорит Вселенная, таков закон Вселенной. Имя. 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 Кто хочет поблагодарить прямо сейчас, просмотр, в первом комментарии есть ссылочка. Не забывайте, да, давать обратную связь для того, чтобы практика сработала, чтобы вашему любимому стало легче. Однозначно. И здесь мы потом уже посмотрим, вот именно после практики очень круто, как он резко ворвется в твою жизнь и внезапно изменит все между вами. Очень крутая тема, которая пришла с потока. Все мои темы уникальны, все мои темы просто мега крутые. Конечно же, мы рассмотрим все эти аспекты, все вам расскажу, все вам передам. Поэтому оставайтесь до конца, досматривайте. Я сама не знаю, в какой момент будет Вселенная какую информацию передавать. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, чтобы быть в курсе всех дел, конечно же, досмотрите это видео до конца. Так, свечечка должна догореть. Сейчас прописывайте имя вашего любимого. Имя прописывайте. Кстати, отдельно хочу поблагодарить спонсора моего YouTube-канала. Для спонсоров первыми доступны новые освещения.
индивидуальные я там делаю конкретно для спонсоров практики, личное освещение по их запросу. Также спонсоры получают бесплатные ответы на свои вопросы и очень много-много других привилегий. Поэтому становитесь спонсорами, приглашаю каждого и каждой. Как стать спонсором? В первом комментарии есть ссылочка, переходите. Вы можете ознакомиться с разными категориями, конечно, там разные бонусы, выбирайте свое. И, конечно же, я всегда говорю, что я благодарю Вселенную за вас. Имя пропишите. Имя. Те, кто позже подключился, вы, если не хотите писать имя, можете указать знак зодиака, либо же первую букву имени, либо же цвет глаз. Но вы это делаете для себя, для того, чтобы, да, очищение прошло именно вашего любимого человека, потому что меня смотрят тысячи, миллионы, и понятно, что информация общая идет с потока. Поэтому если вы заявляете себе, ну слушайте, сегодня он шипит, трещит, просто так не бывает, девочки. Если вы знаете, если вы общаетесь с мужчиной, то вы знаете, что он сейчас прям такая злючка-колючка, как тусенок, ко мне не подходи, меня не трогай. А кто сейчас не общается и думаете, знаете, ему написать, позвонить, не делайте до того момента, пока не досмотрите это освещение, потому что здесь никаких положительных от него ответов и реакций не будет. Здесь он слишком, знаете, вот такое чувство, что накопилось много энергии, так, пытается еще тут погаснуть. Нет, нет, дорогой, ты у меня будешь догорать. Не хочешь? Значит, сделаем. Должна догореть свечка хорошо. И прогореть все тоже должно хорошо, потому что так нас не устраивает. Нам нужно все по максимуму. Со мной только так. Только по максимуму. Самая сильная, мощнейшая рабочая практика очищения любимого человека. Имя. Кстати, благодарю вас за ваши стикеры, за ваши подарочки. Видите, что творит, а? Ну, возможно, мужчина здесь под влиянием каким-то негативным, либо же магическим находится. Я здесь не исключаю такой аспект, потому что какие-то сущности, понимаете, какие-то энергии все равно врываются в пространство и вот трещит, шипит. Кстати, благодарю вас за то, что вы делитесь видео с друзьями, знакомыми, подругами, с людьми, действительно, кому важна, нужна, да, поддержка, информация, потому что много всех на просторах интернета, а я являюсь профессиональным тарологом, астропсихологом, космоэнергетом, ясновидящей и яснослышащей. Я провела уже более 10 тысяч личных практик, работаю я официально, плачу налоги, девочки, и так далее, да. Поэтому делитесь с друзьями, знакомыми, кому нужны ответы на вопросы. Всегда говорю, что я работаю не только вот с любовными, да, делами, но также и здоровье, также и покупка-продажа, судебные дела, обращение к докторам, финансовые вопросы. Девочки, рассматриваю все темы, причем благодарю вас за розочку, моя дорогая. Очень приятно. Благодарю вас. Рассматриваю любые вопросы, поэтому советуйте родным, близким. Всегда говорю, что сарафанное радио – самое крутое радио. И ко мне обращаются прям, знаете, кланами, семьями, мамой, дочечкой и так далее. Потому что люди видят результат и советуют. Очень часто приходят, говорят, что мы там через знакомую, через подругу о вас узнали, нам посоветовали, нам сказали. Ну, умнички, правильно все делаете. Ну что же, а сейчас после этой мощнейшей практики очищения мы посмотрим, в каких энергиях ваш мужчина, и, собственно, будем разбираться, как он там резко ворвется в вашу жизнь и внезапно изменит все между вами. Давайте посмотрим, в каких он энергиях сегодня, мужчина. Хотя мы по очищению уже поняли, но тем не менее, да, после очищения тоже энергии меняются в лучшую сторону, однозначно со мной только в лучшую сторону. Пропишите имя вашего мужчины, ваше имя, либо же ваши знаки зодиака, либо же первые буквы, цвет глаз, да. Обозначьте себя, заявите Вселенной о себе, для того, чтобы информацию, опять же, вы прослушивали о себе, не о ком-то другом. Так, в каких он энергиях? Давайте смотреть.
кубковый пришел пажик. Возможно, водного знака зодиака по солнцу, по луне, по асценденту девочки. Возможно, мужчина младше по возрасту. Но здесь что-то он, девочки, выпивает и просматривает ваше фото. Вот прям сразу, вот с порога, девочки, могу сказать так. Я вижу это и всегда говорю, что с потока говорю всю информацию, которая идет там. Хорошее, плохое. Для Вселенной нет хорошего, плохого. Она просто передает информацию. Я, естественно, как проводник, озвучиваю вам ее. Не привязывайтесь конкретно к знаку зодиака, это все-таки общая информация, потому что вас у меня миллионы, но все равно, да. Мужчина очень нежный, мужчина очень чувственный. Я не могу сказать, что он там какая-то лапша, либо же размазня. Нет, девочки, именно здесь идет информация о его духовном состоянии. Ну, что-то тут выпивает, что-то у него тут в стакане, в бокале девочки есть, просматривает ваши фото, вот, перечитывает, кстати, письма. А мужчина сегодня просто, знаете, на волне вот такая вот... воспоминаний, перечитывания, проживания моментов определенных между вами. Конкретно каких, не могу пока сказать. Будем дальше смотреть, будем дальше раскрывать. Но видите, как сразу с порога он мне о вас. Вроде бы и сказал, да? Вроде бы и о себе сказал, но сразу же и вас на то же первое место поставил. Ну что же, давайте смотреть дальше еще. Мужчина, давай рассказывай, какой ты сегодня? Сигнификация. Вот и вы выходите, девочки. А он нам все о вас. Он говорит, что ты сейчас холодна ко мне. Энергии, девочки, поменяли? Ну, конечно, поменяли. Раньше прям все для тебя, мой любимый, дорогой. Напишу и позвоню, и все скажу. А сейчас, знаете, сердечко закрыли на замочек. Ну, возможно, ждете от него действий, девочки. Возможно, ждете от него действий. Поэтому... И сердечко-то закрыли свое на замочек. Возможно, устали быть бесконечно активной в его поле. А теперь ждете обратной связи, да? То есть всегда говорю, да, когда человек дает, отдает, когда человек делится своим вниманием, энергией, конечно, важно получать и обратную связь. А получали ли вы обратную связь от него? Давайте посмотрим. Ну, такое, девочки. Кто-то получал, а кто-то нет. Все-таки вас у меня миллионы, да, и здесь Вселенная говорит, что для кого-то это будет ответом, да, а кто-то, знаете, в трубу бы, в подзорную, вообще посмотреть и увидеть хоть какой-то ответ от тебя, товарищ. Все равно здесь энергии воды идут, девочки, все равно энергии воды. Ну, еще расскажи о себе. Он мне говорит, что он видел вас во снах, девочки, хочет рассказать об этом сне. Он говорит, что этот сон абсолютно не был похож на ту реальность, в которой вы сейчас находитесь. Ну, рассказывай, раз хочешь рассказать о том. Вы ему снились, девочки, вы ему снились. И здесь он рассказывает об этом сне. Он говорит, что там было все иначе, по-другому, не так, как между нами сейчас. А почему ты решил мне тут о своем сне рассказать? Ну, давайте смотреть, раз хочет, значит, хочет. Обман. Обман. А знаете во сне, что он понял? Что он обманывает себя в том, что он любит вас. То есть он любит себя, но обманывает себя в этом. В реальной жизни мужчина может вообще не появляться, не проявляться, не говорить ни о чувствах, ни о любви. А именно во сне, когда он проснулся, он говорит, что... А там была действительно настоящая любовь. И я после этого сна... Теперь я понимаю, почему он мне хотел и рассказал, собственно, да? О том, что ему снилось, потому что именно через сон у него пришли осознания о том, что действительно есть у него настоящее искреннее чувство девочки к вам, любимой. Да, здесь он говорит, что благодаря этому сну пришли у него в жизнь определенные осознания, причем не определенные какие-то неопределенные, а осознание того, что действительно вы важна, вы нужна ему, и только ты, он говорит, важна и нужна какой-то сегодня. Далекий, возможно, на расстоянии, на далеком, девочки. Ну, здесь он спит и видит. Слушайте, вы прям ему снитесь нон-стоп, постоянно. Вы для него как светлый ангел, вы для него любовь. Посмотрите, прям могу вам показать эту карту. Я знаю, что вы очень любите, когда я показываю вам карты. Посмотрите, вот он спит, а вы такая вот красоточка и сердечечко, понимаете как? Возможно, вы тоже видите его во снах, об этом... Вселенная говорит, что вот во сне вы вместе, во сне у вас все хорошо, во сне вы соединяетесь. А в реальной жизни нет. В реальной жизни есть отдаление, расстояние у кого-то, нет коммуникации. Вот так вот раскрывает его Вселенная. Что у тебя в жизни происходит сегодня, мужчина? Прыгаешь? Ну иди сюда, расскажи. Что говорит, блин, ничего хорошего. Как клоун, не знаю, кручусь. На себя, честно, даже в зеркало не хочу смотреть, говорит. Представляете, как?
Здесь прям может разбить посуду, здесь может у него с рук все падать. Говорит, когда тебя нет в моей жизни, у меня и жизни нет. Вот так вот. У меня просто все ноги в мурашках опять. Как я чувствую вас, обалдеть. Кстати, девчонки, да, кому откликается информация, не сидим, не молчим, даем обратную связь Вселенной. Потому что если вы даете обратную связь, да, стикеры, комментарии, подарочки отправляете, это все знак Вселенной, да, что вы вместе, да, на связи, и дальше Вселенная вам информацию продолжает озвучивать конкретно у вашей паре. Что между вами сегодня? Неопределенность от слова совсем. Вообще ничего не понятно, девочки. Можете сказать, я вообще не знаю, что между нами. Вот даже не спрашивайте меня. Кто-то даже руками разводит в эти моменты. Вообще непонятно еще, что между вами. Иллюзии, мысли, мечты. Хотелось бы, чтобы все наладилось. А он не действует. А он как, ну, от слов совсем не знаю, он уже жив ли там он вообще. Вообще многие даже не знают, жив ли ваш мужчина, девочки. Я вижу это. Ну, потому что если он не действует, не появляется, не проявляется, вы можете, да, там через социальные сети, через другие источники вообще смотреть. Он хоть посты какие-то делает, он вообще как-то странички социальные ведет, либо же через друзей, либо же через знакомых узнавать о нем, потому что, ну, вы от него не видите вообще ничего, поэтому можете как-то даже интересоваться относительно вообще, где он, что он, вообще жив ли он. Понятно, что информация общая, она не будет там всех на 100% касаться, но я это вижу. Если я это вижу, конечно же, я это озвучиваю. Ну что же, разобрались, давайте смотреть уже основную тему. Он резко ворвется в твою жизнь и внезапно изменит все между вами. Давай, рассказывай, как врываться будешь, мужчина. Интересно, кстати, тема сегодня крутая, девчонки. У нас вообще все мега крутые темы. Ну вот с потока что идет, дайте мне знать, мне тоже вот важно, нужно. Я вам уделяю огромное количество внимания, энергии. И для меня очень важна, нужна обратная связь с вами. Кстати, я ежедневно читаю комментарии ваши. Всем не могу физически ответить, но все-все читаю, все-все вижу, все, что вы пишете, желаете, мне вернется вам в 1000 раз больше. Ну, рассказывай, резко ворвется в вашу жизнь, рассказывай, как ворвешься-то. Девочки, здесь она пишет сообщение, причем какое-то вечернее время года, либо же рано утром, когда темно будет. А вы даже можете, знаете, как испугаться. Ну, например, забыли вы выключить звук в телефоне, и что-то там терликнет, либо зажужжит, девочки, ваш телефон, если у вас на вибро достоит. То да, здесь прям аж, вы знаете, вот так вот идет с потока, я просто вас чувствую, ощущаю, и аж кровь, знаете, вот так вот давление даже, фу, таким резко в жар даже бросит. Здесь будет письмо от него, вот первый шаг, когда он резко ворвется, то есть первым шагом будет от него письмо вам. Прямо письмо, девочки, так, да, рассказывай, ну, слушайте, письмо будет просто, знаете, наполнено словами комплиментов. Либо же, ну, очень любвеобильно он к вам проявится, вы выходите в энергиях сразу же королевы кубковой. Может прям написать «любимая». «Ты спишь?» Знаете, вот так вот, да-да-да, с потока идет информация. Либо же «дорогая, как ты?» Либо же «я скучал по тебе». Ну, то есть, понимаете, вот именно вот эта нежность пойдет для вас, это будет основным знаком, что мужчина не просто там хочет денег одолжить, да, девочки, давайте так адекватно, да, смотреть, все-таки это жизнь, это реальность, это не сказки Венского леса, это то, что происходит в реальной жизни. По-разному, девочки, у кого как, бывало появление, проявление мужчин, но здесь именно вот с любовью проявится. Так, резко ворвется в твою жизнь, еще давайте смотреть, резко ворвется. Да, девочки, он выйдет с этого состояния какого-то отмороженного, примороженного, слушайте как, и может даже вам рассказать, знаете как, вы можете сказать, ответить ему: «Привет, где ты был там?» или «Что с тобой вообще происходило?» А он говорит: «Даже не спрашивай, что происходило». То есть события были очень тяжелые, сразу могу сказать. Это не просто, что он не знает, как, что придумать, чтобы отморозиться. Нет, девочки, события очень сложные, тяжелые проходили в его жизни. И он говорит: «Я даже вспоминать об этом не хочу, потому что я вновь будто бы возвращаюсь туда, в
то прошлое, и это прошлое очень негативно на него влияло. Он говорит, я думала, я с ума сойду в этом прошлом. То есть он, как бы, знаете, как хочет оставить прошлое в прошлом и уже идти на развитие, да, ваших отношений в будущее. Об этом он говорит. То есть здесь скажет, не спрашивая, и чтобы вы знали, понимаете, как вам Вселенная заранее раскрывает информацию, не думали, а он, короче, там непонятно, там где, там с кем-то там был, просто не хочет говорить, ничего подобного. Здесь очень сложные события мужчина пережил. Понятно, что для каждого они свои, мне даже нет смысла сейчас раскрывать этот аспект, потому что вас у меня миллионы. Кого интересует, да, личное освещение, я, кстати, делаю развернутые такие огромные освещения, как на YouTube, конкретно на пару, да, раскрываю ситуацию между вами. Все это возможно, все это реально за заказом. Пишите в личку, Instagram, Facebook, TikTok. Ссылочка в первом комментарии. Так, рассказывай, как ты там резко ворвешься. Ну, знаете как император, конечно, ну так стремноватенько ему, однако, будет. Резко однозначно, быстро однозначно. Причем уверенный в себе, здесь не будет, вот знаете, шаг вперед, три шага назад. Нет, здесь будет настойчив в чем-то. В чем ты будешь настойчив? Интересно, в чем ты будешь настойчив, мужчина? В чем он будет настойчив? Он скажет, знаете как? Он говорит, я больше ее не упущу. Я больше не упущу этот шанс, я больше не переживу этого разбитого сердца без нее. То есть он осознает, что он вас потерял, конечно, естественно. Возможно, вам сердце разбил, возможно, и сам там, собственно, не очень-то и веселился, мягко говоря, вам могу сказать, потому что по девятке мечей здесь очень жесткие такие энергии здесь, и могли быть проблемы, расстройства психологические. Он даже мог обращаться к специалистам, либо же мужчина пережил, да, возможно, потерю, либо же еще куда-то. Кого-то занесло в какие-то сложные аспекты. И здесь он говорит, что нет, больше я этот шанс не отпущу. Я больше не смогу просто без тебя. Я сойду с ума без тебя. Ну вот, дурачок. Друзья, он хочет нового начала с вами, развития. Ну да, нового начала. Это мир, понимаете, как здесь однозначно мужчина хочет новое начало и развитие отношений с вами по шестерке жезлов. Он появится к вам как победитель, причем хочет с вами не просто, девочки, вот встречу там на одну ночь, просто встретиться, просто, как бы, знаете, сбить оскому. Нет, девочки, он хочет вас сделать королевой пентакливой, то есть это красотка, которая с ним будет на протяжении всей жизни. То есть он хочет развития отношений. Ну, вообще, королева пентакливая – это жена. Давайте так уже все своими словами называть, естественно. Как есть, так и есть, девчонки. Все на ваших глазах. Он появится для того, чтобы полностью изменить ситуацию между вами, для того, чтобы ваши отношения узаконить, девочки. Он говорит, что я не смогу без тебя. Вот так он хочет все изменить. Давайте еще смотреть, как ты еще хочешь все изменить. Ну вот он, рыцарь пентаклей выходит. Он точно вас младше, девочки. Ну либо же душа у мужчины младше, понимаете как? Здесь однозначно и только так. Либо же душа младше, либо же по возрасту он вас младше. Либо же вот опыта жизненного у вас намного больше, чем у него. Еще мужчина. Рассказывай. Ну вот карта разрушения, это чего тут такое? Если ваш мужчина женат, он появится после того, как он развелся. Если вы замужем, здесь идет информация, что он будет просто настаивать на том, чтобы вы развелись. Для чего? Для того, чтобы стали его женой. Ну понятно, что если вы замужем, сейчас как вы станете его женой, вам же нужно официально, собственно, развестись. Он говорит, что он хочет с вами отношения строить на серьезной постоянной основе. Опять, девочки, идет информация с потока, уточнение. Возможно, кто-то прослушал, возможно, кто-то не поверил, возможно, кто-то отвлекся. Здесь мужчина хочет с вами серьезных отношений, причем на постоянной основе, чтобы вы были его женой. Не просто там какие-то встречи для удовлетворения определенных физических потребностей. Нет, нет, вот кубка. Он говорит, я хочу наслаждаться тобой, я хочу дарить тебе свою любовь. Как ты еще хочешь все изменить? Рассказывай, рассказывай, еще больше хочу. Ну вот, карта колесницы, дорога. Здесь возможно встретиться, приехать, либо же смотреть, смена места жительства. Либо же вы к нему должны переехать, либо же он к вам, либо же вы, знаете, как с разных мест в одно место съезжаетесь. Ну, возможно, приобретение здесь. Кстати,
Давайте посмотрим его и финансовый аспект, потому что пошла тема о приобретении, да, жилья. Кто тут из вас что будет приобретать, вообще как он видит развитие ваших отношений конкретно и в таком аспекте, потому что выходил он в энергиях императора, то есть мужчина, который может обеспечить, мужчина, который действительно даст вам и защиту, и поддержку, и так далее. Ну, давайте такие уточним. Не зря, не зря пришла такая тема с потока. Если вам интересно, рассмотреть его и финансовые возможности, естественно, на развитие ваших отношений, чтобы тоже понимать. Понятно, что с минимум там рай в шалаше, эти все розовые истории о каких-то пони и юникорнах, это все хорошо. А мы смотрим на жизнь в реальном времени, когда нужно и есть, и пить, и отдыхать, и подарки вам нужно дарить, девочки, потому что вы этого достойны, потому что вы достойны всего самого лучшего. Если вам интересно, если вы хотите рассмотреть этот вопрос, дайте мне знать. Стикеры, подарочки, сердечки в комментариях пишите, да. Давайте, да, активность, активность свою, я посмотрю по вашей активности, будем рассматривать этот аспект, либо же понесемся дальше в потоке. Жду-жду ваших реакций, я все в данный момент наблюдаю за вами, за вашими реакциями. Если хотите, будем смотреть, если вам интересно, девочки, если вам интересно, дайте обратную связь. Поставьте стикер, сердечечко в комментариях, напишите, да, мне интересно, хочу рассмотреть его финансы, да, как он будет, собственно, меня любить, боготворить, подарки дарить, обнимать, целовать и на Карибы возить. Напрягитесь, девочки, ради себя любимой, это несложно написать комментарий, если вам интересно, да. Если вам не интересно, вы уже, возможно, знаете все его возможности, но не факт, что он будет, собственно, вкладываться в вас. Поэтому это тоже, если вы знаете, что он у вас там президент галактики и думаете, что вам все прилетит, но не факт, девочки. Это тоже нужно рассматривать такие вопросы, потому что бывают такие ситуации, что дарят, но не женам. Давайте уж будем реалистками. Да, интересно. Ну, давай посмотрим, твои финансы поют романсы, либо же нет. Это что такое? Сейчас не очень, честно могу сказать. Сейчас не очень. Сейчас не очень, девочки, вот на данный момент. Ну, хорошо, ладно, сейчас-то не очень. А мы смотрим на момент, вот когда он появится, проявится в вашей жизни. Вот на тот момент, как он вообще будет настроен относительно внимания, подарков, поездок. Вот сейчас он говорит о совместном проживании. Вот как он рассчитывает? Он рассчитывает сам приобрести, либо же у него уже есть, куда вас привезти, или он тут к вам собрался с чемоданами, девочки, направиться. Ну, он говорит, что поменяется в тот момент все. Это что? Когда я к тебе вернусь, я уже не буду вот этим вот каким-то ободранцем, девочки. Но сейчас для тебя это тайна. И эта тайна не должна сейчас быть озвучена. Представляете, не хочет говорить. Но говорит, что поменяется все однозначно. Сейчас ему нечем похвастаться, сразу могу сказать. Почему тайна закрыта? Не могу понять, что такое. Ой, а у него тут прям... Золотишко где-то есть, девочки. Прям так. Возможно, где-то у него в банке что-то лежит, а никто об этом и не знает. Но он тут все копит, копит, девочки. Прям накопит по девяточке пентаклей. Это карта получения желаемого, это карта подарка. То есть для вас это будет приятным сюрпризом. А вы сейчас можете сказать, да где у него там вообще? У него сейчас ничего нет. Да вряд ли у него там такое будет, девочки. Я же вижу все далеко наперед. Ко мне потом возвращаются мои постоянные зрительницы. Даже через общее освещение говорят, слушайте, вы действительно, все, что говорили, это истина. Спустя 8 месяцев мужчина пришел, появился именно в тот день, в ту погоду, которую вы озвучивали, и сказал именно те слова, что вы говорили. Люди просто в шоке, насколько круто я вижу. Ну, потому что я настоящий мастер, естественно, я считываю информацию с потока. Так, еще. Рассказывай, что еще собрался менять с моей богиней. Так, это чего тут по луне? Девочки, а вы уже как-то предполагаете? Возможно, кто-то здесь хочет рождения ребенка. Здесь мужчина тоже только за. Причем и ни одного хочет ребеночка. Если у вас уже есть свои дети, он говорит, что я приму
твоих детей как своих. Ну, либо же, здесь вообще идет информация, что либо же вы примите его детей за своих. Понимаете как? Здесь очень сильные женские энергии. Все-таки здесь он говорит, что хочет, возможно, усыновление, удочерение для тех, кто, ну, не может по каким-либо причинам детей иметь. Так, ничего себе, девочки, ничего себе. Да, он говорит, как я сказал, так и будет. Слушайте, как я сказал, будем с тобой до старости вместе вот танцевать. Будем с тобой танцевать до старости вместе. Вы любите танцевать, девочки? Возможно, в прямом смысле слова, да? Возможно, здесь души, знаете, как наслаждаются друг с другом. Кстати, девчонки, не перекрещивайте ноги и руки. Сейчас сядьте, пожалуйста, ровно, потому что перекрываете энергию, информация не будет идти для вас. Кто перекрещивает руки, ноги, сядьте ровненько. Еще? Рассказывай, рассказывай. Ну, будет задаривать вас подарочками. Вы прямо будете, слушайте, купаться в роскоши, девочки. И в комплиментах, и в наслаждениях, и в подарках. Он просто вас задарит, девочки, подарками. Уже не будете знать, куда их ложить. Прям такой мужчина любвеобильный. Он говорит, да, я отвечаю за свои слова. Да, понятно, что мне нужно на это время. Но it's okay, как бы мы видели, да, что в данный период времени еще между вами эти изменения не начали происходить. Поэтому сейчас ему, собственно, нечего дать. Но когда вот он появится, проявится, тогда он будет уже готов на построение прямо конкретных отношений. Понимаете, вас судьба все равно сведет с ним. Вот если вы спрашиваете, там, пауза, либо же конец, будет ли дальше там что-то между нами, да будет однозначно. Вы хоть, не знаю, какими там кругами и галактиками друг от друга будете уходить, вас все равно сведет Вселенная. А почему сведет Вселенная? А потому что вы не сможете, понимаете, у вас мысли друг о друге 24/7. Такое чувство, что можете либо же высказать, либо же он. Здесь еще про Майя идет информация. Возможно, мужчина как-то связан с империей Майя. Обалдеть. Очень интересно. Символы. Мужчина может создавать картины, мужчина может иметь определенную интересную татуировку, которую вам невозможно разгадать, прям не знаете ее значения. А я вам сказала, почему. Не сможете друг без друга, вам будет буквально Вселенная, знаете, как этим котятам носиком тыкать друг в друга постоянно, где-то будете информацию о нем видеть, и знаете, сердце будет каждый раз буду вздрагивать и понимать, что вот только с ним хочу быть, вот только он мне нужен, вот действительно только он мне важен. И так как и для него, понимаете, может напоминать Вселенная как? Например, кого-то встречаете с именем вашего мужчины, либо же с страны, если он иностранец, да, либо же если песня ваша, вот такое чувство, что постоянно она гудит, играет везде и всюду. Либо же место, где вы познакомились, как-то будет маячить перед вами. Ну, в любом случае, здесь будут напоминания бесконечные, которые будут вам давать понимать, да, что вы вот именно, ну, с ним, вот его, понимаете, как короля видите в своей жизни, вот самого лучшего мужчины. Кстати, мужчина сидит очень интересно, ногу на ногу прямо так ставит. И сейчас босичком, лишь бы любит ходить босиком, либо же дома прям босиком ходит. Есть такая информация, что-то яблоки тут хрумтит. Что-то с яблок ест, либо же любит, либо же на данный момент что-то связано с яблочком. Девчонки, идет информация с потока, всегда озвучиваю все, что идет, потому что вас у меня миллионы, и кому-то это просто, знаете, как будет не в бровь, а в глаз подтверждение, особенно новеньким, кто на моем канале. Кстати, девчоночки, вижу, что тысячи уже подключились ко мне. Еще раз повторю, YouTube прекращает публикацию освещений любых видео вообще. Поэтому для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы быть со мной на связи, получать, видеть мои освещения, мои видео, у YouTube вообще идут сбои, да, по всей системе. Для того, чтобы быть со мной на связи, срочно подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы ничего не пропускать. Прям нажимайте на паузу, переходите в первый комментарий, там будет активная ссылочка. Раз, подписались, и все. И сразу же бегом сюда досматривать информацию важную. Мы еще не закончили, девочки. Там уже в Телеграме вас ждет послание любимого. Поэтому скоренько-скоренько туда, чтобы не потеряться, чтобы быть со мной на связи, девочки, чтобы слышать информацию о своем любимом человеке. Это вам важно, это вам нужно. Поэтому я всегда вас предупреждаю, чтобы вы не потеряли меня, мои любимые, чтобы вы не потерялись. Еще мужчина, давай рассказывай, что будешь менять. Это двойка кубков, девочки. Будете вместе купаться, наслаждаться, не знаю, в бассейне, в хаттабе, в ванной. Еще и у вас котик, как домашнее животное будет. Домашнее животное будет.
еще. Он говорит, слушай меня, все будет хорошо. Представляете, прям палец вот так к небу поднимает, говорит, послушай меня, все будет хорошо. Возможно, вы так слушаете, ну, одним ухом тут верите, тут не верите. Возможно, параллельно какими-то делами занимаетесь, не очень внимательно слушаете. Но здесь мужчина прям хочет и заостряет ваше внимание, говорит, послушай меня, все будет хорошо. Вы представляете, как интересно? Да, на это потребуется длительный период времени. Давайте так, смотрим адекватно, да, для того, чтобы не улетать куда-то там в космос, не сидеть в свадебном платье с телефоном и ждать, когда же он там напишет это сообщение девочке. На это потребуется определенный длительный период времени. Все-таки адекватно, да, реагируем. Понятно, что если кто-то женат, кто-то замужем, здесь должна решиться сначала эта ситуация. У кого нет ни жены, ни мужа, возможно, ситуация в стране, ну, либо же иные остальные вопросы, это уже на личных освещениях можно разбирать, смотреть конкретные, да, сроки появления, проявления, когда там его ожидать и какими действиями. Но здесь, знаете, как Вселенная говорит, что все, что не делается, все делается во благо. Вы даже сейчас не представляете, какие трансформации проходит ваш мужчина, но трансформации проходят в солнце, выходит он в солнце, в свет. Хотя здесь у него внутренний дисбаланс от слов совсем. Я же видела, да, вот эти вот энергии в практике очищения, когда тут у него все взрывалось, мозги взрывались. Он идет к вам как законный муж. Закрывается что? Закрывается его молчанка, закрывается его отстранение. И знаете как? Вот в тот момент, когда важность, нужность, он молить прямо вас будет, слушайте, либо же Бога, либо же Вселенную, там кто во что верит. Вселенная говорит, он придет, еще на коленях будет стоять и просить у меня тебя вернуть. Вы представляете как? Да, он будет действовать, девочки, но только после того, как реально осмыслит, потеряет вас. Вот пятерка Пентаклей — это вообще карта бомжа. Он говорит, я потерял себя, я потерял свою душу, я потерял свою жизнь без тебя. Да. И только после вот этих вот саморазрушений он появится к вам. А Вселенная говорит, слушай, то, что тебе говорят, потому что лилия в любом случае это улучшение, это свет, это развитие. Если ты веришь, если ты слышишь душой, а ваша душа прямо сейчас как цветочек раскрывается, идет информация об этом, мои любимые. Вот так вот. Если вам откликается информация, не сидим, не молчим, не спим, да, просыпаемся наяву, даем обратную связь. Сердечки, лайки, комментарии, стикеры. Дайте обратную связь, заявите Вселенной о себе. Потому что когда вы сидите, молчите, эта информация становится реальностью для тех, кто реагирует. А я хочу, чтобы все были любимы, богаты, счастливы. И не забывайте, что вы можете поправить свое здоровье, финансовые аспекты, не только личную жизнь, благодаря моим практикам очищения. Я уже провела тысячи этих практик. Результаты просто мега крутые. С откликами вы можете ознакомиться на любом из моих каналов. В Телеграм постоянно, в Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. Переходите, подписывайтесь на все мои каналы. Кстати, да, будьте внимательны, потому что есть мошенники, которые создают фейковые странички, типа от моего имени, предлагают что-то там, пишут, девочки. Никаких у меня администраторов, никаких у меня помощников нет и не будет. Поэтому, если получаете какие-то сомнительные типа сообщения от меня с предложением, сразу блокируйте. Всю информацию я всегда отправляю голосом. Если вы сомневаетесь, хотите перепроверить, прям напишите, да, вот. Отправьте мне голосом такую-то фразу. Вот и все. И вот тут вот придет конец вот этим вот лже-брехунам. И вы сразу в блок. Пум! И adios, muchachos. Потому что я с вами всегда, ко мне обращаются люди, ждут очереди для того, чтобы попасть. Кстати, для того, чтобы мучительно не ждать очереди, получить как можно скорее ответ на свой вопрос. Чем быстрее запишетесь, тем быстрее и получите, да? Записывайтесь ко мне на личные консультации. Конечно же, если там есть супер мега важная, да, срочность необходима, ну не можете вы ждать, но нужно вам прямо здесь и сейчас знать ответ. А такая возможность есть, да? Есть возможность срочных практик, есть возможность и срочных личных освещений, ответов на вопросы. Поэтому, конечно же, жду вас, мои любимые, мои дорогие. Всегда говорю, что нужно не забывать о себе, прокачивать себя, прокачивать свои финансы, девочки. Если вы понимаете, что у вас все по кругу идет в каком-то полном же, да, нужно это тоже все-таки убирать. Как это убирать? Я создаю формулы рун.
индивидуальные, очень крутые, мощные и действенные. Кто хочет, например, похудеть, кто хочет личную жизнь наладить, очистить себя, да, пространство, возможно, у вас проблемы с финансами, переезд, перелет, судебные дела, возможно, сомневаетесь обращаться к определенному доктору, либо же не обращаться, вот как себя вести в определенной ситуации, все это возможно, все это реально. Девчонки, у меня такой вот кладезь информации, всю информацию я озвучиваю экстра обильно, ни один вам таролог ничего подобного не даст. И у меня еще, кстати, когда идет с потока информации, вот в личных освещениях, я еще и экстра дополнительно озвучиваю. Если даже это не касается вопроса, я за это денег, девочки, не беру, потому что я вас, безусловно, люблю, обнимаю душой. Ну что же, благодарю вас, что вы досмотрели это мега крутое освещение до конца. Отправляю вам миллион сердечечек в ответ. Благодарю вас за вашу обратную связь. Благодарю за то, что вы досмотрели до конца это освещение. Желаю вам только всего самого светлого, доброго, чистого, ясного, чтобы в самые светлые энергии вошли в вашу жизнь, в ваше пространство. А так и будет, потому что те, кто со мной, всегда будут любимы, счастливы. Все, обнимаю вас душой. Пока-пока.